Сейчас приближаюсь к Бруклинскому мосту, сдал багаж в одно место, позже расскажу, куда я сдал багаж. Ну, вообще, интересный бизнес, вот, и передо мной Бруклинский мост, а сзади, наверное, меня это самое длинное жилой дом в Нью-Йорке, ну, по крайней мере, из тех, что я видел. Если не ошибаюсь, именно такие некрасивые фасады, похожие на советские, называются социальным жильем. Это государство строит для бедняков. И, ну, там, наверное, условия жизни, конечно. Окружение, контингент соответствующий. Так, и он находится прямо вот... Это финансовый район. Вон зеленая верхушка, это City Hall, мимо которого мы проходили на экскурсии. Ну, а там еще через метров 100 уже будет Бруклинский мост. Со стороны Манхэттена. Вон его опоры. Знаменитые. Девчонки кричат на русском. Вон там площадь Сити Холла, там выступают уличные акробаты, те же самые, что и перед общественной библиотекой. Вот, тут какая-то выставка художников а-ля Преображенская в Одессе. Продают шапки, палки для селфи. Приличная движуха. Вон, смотрите, сколько народу. Да, сколько желающих прогуляться по Бруклинскому мосту. Решил начать со стороны Манхэттена, просто потому что я ехал с Манхэттена, когда оставлял там чемодан. И мне было так удобно, я уже залыбался ехать на этом метро, целый час катался туда-сюда. Сейчас поехал в сторону Бруклина, потом вернулся обратно, потому что пропустил свою остановку там, где надо выходить. Вот, тут шумно, сейчас... Я надеюсь, если там будет какое-то место потише, продолжу. Ну вот я уже дошел до той части моста, которая поднимается над проезжей частью. Вот эти вот знаменитые металлические перегородки, на которые можно подняться беспрепятственно
и пройтись, если очень смелый. Деревянные доски на полу. Вот. Вид сзади на Манхэттен. Погода, конечно, не ахти, но если я буду ждать подходящей идеальной погоды солнечной, я могу так вообще ничего не увидеть. Или оставить все достопримечательности на последний день. Вот. Тут, конечно, количество шума точно такое же, как и было в начале. Да, кстати, хорошее место для селфи. Я тоже сейчас делаю. Интересное ощущение. Эти тросы не так сузили визуально вот эту вот пешеходную часть. Интересно смотрится. С левой стороны это мост Манхэттен. Там нет пешеходной части, только для автомобилей. Так, девочка учится фотографировать. Надо дать ей шанс испытать это ощущение. Это река Восточная, East River. Манхэттен. Вот это все, я так понимаю, социальное жилье для бедных. Остались позади небоскребы. И должна быть отличная панорама с той стороны. Запечатлим проход под аркой. Какие-то пробки. Экскурсовод нам рассказывал, что в 1886 году построили этот мост. И, конечно, очень много жизней положило это грандиозное строительство. Впрочем, как любое грандиозное строительство, оно за собой влечет очень большое количество жертв строителей. Ох, ну тут вообще, конечно, такие металлические решетки, решетки, решетки. Забавное ощущение. Это был первый мост, который соединил Манхэттен и Бруклин, в принципе. То есть до этого они были разъединены. Вот смотрите, с этой стороны арочка. Это набережная. Вот. И ну, другими фактами не буду вас напрягать, все равно они запоминаются. Сейчас есть интернет, Википедия. Так что все можно будет посмотреть в любой момент без меня. А мы-то с гидом, мы на наша группа не заходила. Смотрите, замочки. Типа место для влюбленных. А на мост не заходили, потому что у них там есть отдельная экскурсия по Бруклинскому мосту. И мы только его так проходили мимо со стороны Сити-холла. Его уже не видно. Так. Вот видно реку с другой стороны, справа. Уже такой ландшафт небоскребов вырисовывается. Тут даже скамеечки есть, оказывается. Это я отошел еще чуть дальше. Ландшафт небоскребов еще больше вырисовывается. Ну вот вид на эту опору. Вот, правда, все мешает забор этот. Сейчас надо будет чуть дальше пройти. Вот я уже почти дошел до второй опоры, которая находится на уже берегу Бруклина. Так, вон сзади меня первая опора на стороне Манхэттена. Очень быстро можно дойти, минут за 5, наверное. Если без пробок, то можно дойти очень быстро, так что прогулка не напряжная. Конечно, летом тут намного лучше. Сегодня еще мороз увеличился, но, слава богу, хотя бы нет дождя. Конечно, мешают эти тросы, чтобы насладиться видом небоскребов Манхэттена, но без них моста бы не существовало в принципе. А я сейчас на стороне Бруклина как раз спускаюсь в ту часть, там, где вот тот самый эпический вид с улицы снизу на сам мост, который очень часто показывают в голливудских фильмах. Я так понимаю, вот там вот он находится. Я сейчас туда и спущусь. Ну вот, отсюда уже совсем другое дело. Смотрите, без моей физиономии уже. Небоскребы, он там вообще утопает в облаках. Начинаются какие-то промышленные здания Бруклина.
Сейчас придется поблуждать по этим улицам, чтобы выйти именно в то место, где открывается наилучший вид на опору Бруклинского моста. Сказки, на какую дорожку надо свернуть, чтобы пройти в дамбу. И сколько метров? 200 метров осталось. Дамба — это аббревиатура, которая обозначает... Это я не знаю, что такое. Которая обозначает... Короче, место под Бруклинским мостом с отличным видом на сам мост. Я точно не помню аббревиатуру с английского языка. Ну, где-то там она находится, с левой стороны. Ребята, я просто волосился. Этот эпический вид оказывается не на Бруклинский мост, а на мост Манхэттена. Вот он сзади меня. Постоянно кто-то фотографируется, перед этим 15 фотографировалась группа корейцев, человек их 20 было. Постоянно машины ездят. В общем, вот этот мост, который показывали во многих фильмах. Мост Бруклина такого вида не имеет в принципе. Так что вот так вот сюда можно дойти очень просто. Когда сворачиваете с Бруклинского моста, там вот эти вот указатели идут, просто идете прямо по этой дорожке и выйдете вот на этот вид. Ну, его пропустить невозможно. Так что вот так, как есть. Вот. А я сейчас вернусь в метро в Манхэттен. Ребят, это торты на центральном вокзале. Это кафе с тортами на центральном вокзале. Это вам не киевские тортики. Если не верите, смотрите. Это помещение, которое ведет к перронам на вокзале. И вот тут есть такое кафе. Обалдеть. Я просто с американцев в шоке. Просто в шоке. Это его название, категория А. То есть с качеством, с чистотой у них все отлично. Просто капец. Наконец-то я нашел музей поездов на центральном вокзале. Это было трудно. Я потратил минут 15. Вот такое отдельное помещение. И сейчас тут вход свободный. А, смотрите, какая красота. Это уменьшенная модель этого центрального вокзала. Вот сам вокзал. Это вот в реальности, как курсируют поезда вокруг него, как подъезжают такси по эстакаде, да? А, окей. Говорит, чтоб я руками не макал над площадью. Бруклинский мост, но он тут не в теме, конечно. Да, небоскребы, а детская, гигантская детская дорога, это ж мечта. Так. Ну давай, появляйся. А, круто! Как же круто! Да ну, хлебом не корми, дай посмотреть на движущийся поезд. Так. Естественно, можно что-то купить, наверное, какие-то книги, посвященные чему. А, ну транспорту, да, вот на тему транспорта железной дороги. Класс. Так, это уже какая-то одноэтажная Америка началась. Какие-то скалы. А, все, в туннеле шел, не видно. Здорово. Ага. Жесть, вот это класс. Два поезда тут, получается, курсируют.
Давай! Отлично, проехал через туннель, еще один. Нет, тут не два, тут их больше, чем два поезда. Здорово. Так, сейчас мы тут подвинемся. Sorry. Я тут чуть охраннику на ногу не наступил. Да. Смотреть можно вечно на три вещи. Огонь, воду и паровозики. Сейчас смотрите отсюда. Опа. Есть. Класс. Класс. Да, руками трогать нельзя. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть интересного. Так, это продаются модельки поездов. Пробились через пробку. Это модельки метро. Причем, смотрите, у каждого своя, номер ветки и цвет метро. А, автобусы городские. Да, ну ты что, если бы я был ребенком, я бы сказал бы, купите мне тут все. Елочные игрушки по номерам и по цветам веток метро. Это же гениально вообще, это насколько нужно любить свое метро, чтобы сделать елочные игрушки по номерам. И чтобы это покупали. Фантастика. Ну еще, конечно, нужно учесть, это сколько веток надо иметь в принципе по количеству. Так, это у нас что? Монополия. Да, вот книга про Subway, про метро. Ого, тут еще что-то. А что это? А, это магнитики. А это что такое? Коврик для мышки. Короче, сувенирная продукция в Америке — это такой бизнес мощный. Вот еще какие-то модельки, но это совсем для маленьких детей. Тоже игрушечки. Еще игрушки. Господи, железная дорога зарабатывает на сувенирке. Можете себе представить, чтобы Укрзалезница зарабатывала на сувенирке? Это фантастика. Карта, шторка в ванную. Я в шоке. Да, бизнес делают на всем. Просто обалдеть. Значит, чтобы найти эту комнату, если тут будете, как заходите на вокзал, вот там, где вход в центральный холл, там, где кассы, там есть огромный флаг над входом. Вот если вы заходите через этот флаг, то вам нужно повернуть налево, пройти весь холл и идти прямо. И там за эскалатором будет вот эта вот стеклянная, ну не дверь, стена. Стеклянная стена, и там вот, видите, там все синие стены, не ошибетесь. Последний вираж напоследок. А, пропускают. Пробки. Сейчас где-то 6 вечера, и, в общем, тут было полно народу. Весь каток был занят. Потом сделали объявление, что, пожалуйста, освободите каток, мы должны его почистить. Ну и люди постепенно рассосались. И вот сейчас вот эта машинка, она ровняет и чистит лед. Попросили отойти. Да, я не сказал, я сейчас нахожусь в Брайант-парке. Это парк вот с такой красивой елочкой, которая находится в заднем дворе, на заднем дворе библиотеки общественной. Вот так вот он выглядит ночью. Горящие окна небоскребов. Там даже шпиль, он загорается постоянно разными цветами. Это, возможно, лучшее место для катания на коньках. Но я еще не был в Центральном парке. На этой машине написано «При поддержке горячего шоколада». Да, ну заметно, конечно. Где проехалась эта машина,
А где еще нет? Смотрите на разницу. Да, сейчас будет кататься самый класс. Золото и красный цвет, конечно, сочетаются незабываемо.